От них пар прям. Ой, холодная! Безумно тает во рту прям. Ой. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей и Денечка! Привет! Сегодня мы с вами будем пробовать невероятные вкусняшки от Cheesecake Ru. Раньше такие вкусняшки можно было попробовать только в ресторанах или в кафе, а сейчас с доставкой премиального качества такие вкусняшки могут оказаться у вас дома. И мы сейчас вместе с вами будем их пробовать. Также Cheesecake Ru для моих подписчиков решил к 8 марта сделать конкурс. Поэтому не пропустите, все условия будут в конце видео. Ну а мы начнем пробовать наши вкусняшки. Мне прислали огромнейшую коробку. Я сначала не ожидала, потому что впервые я получаю такую посылку и думала, что все это вкусняшки, но нет. Вкусняшки пришли очень хорошо упакованы. Такого сервиса я еще не видела. Авиакомпанией, и они пришли в холоде. Сейчас вы увидите, как я ее распаковывала и в конце концов открыла, и для меня было невероятно. Смотри, что тут нам пришло. Вау! Это холодильник! Охренеть! Тут лед! Пришло все авиапочтой. Посмотрите. Прямо тут холод. Вот, это лед. Охренеть! Мои любимые макароны, правильно, по-моему. Тут еще что-то. В общем, сейчас будем открывать все это. Еще две коробки. Понятно. А я-то думала, как оно все доставится. Вот вам, пожалуйста, впервые с холодильником прям все. Это что-то невероятное. Теперь эту огромную коробку вы можете видеть у меня здесь на кровати. Дэнни, будем пробовать с тобой сладюшки? Давай, ледышки вот такие вот. От них пар прям. Ой, холодная. А я думаю, что Денька взял в руки? Смотрите, от них пар идет. Ой, какие они холодные. Слушайте, это необычный лед. Он в руках. Это какой-то супер лед. Он в руках щиплет. Первое, что я вижу, это макаруны. Я надеюсь, правильно говорю, потому что мы в комментариях, помню, в Инстаграме спорили, как правильно все это дело называется, и даже не все это знали. Я знаю толк в макарухах. Дэнни, ты тоже будешь пробовать? Ты смотри, какой! Это, наверное, фисташка. Дай мама укусит, я тебе. Ой. Итак, оказывается, я начала было пробовать, но все оно пришло в заморозке. То есть это не просто холодильник, это в заморозке. Как я понимаю, оно должно постоять, это быстрая заморозка, видимо. Оно должно постоять какое-то время, чтобы в съедобный вид прийти. Поэтому мы с вами подождем. Вот что я подумала, так как здесь продуктов очень много, я не знаю, когда мои ребята придут, чтобы я всех угостила, я сейчас вытащу по одному кусочку всего, и оно постоит, здесь написано 1-2 часа, чтобы оно разморозилось все. И тогда мы с вами попробуем, а остальное останется у меня в морозильнике. Но я вам покажу, как это все выглядит. Смотрите, вот это торт фисташковый с малиной. Он замороженный прям вот твердый. Очень красиво. Срок годности 6 месяцев с даты изготовления. Здесь написан весь состав, срок годности, все очень четко. Как хранить, как размораживать. Здесь у нас... У-ху! Красота вообще. Это просто праздник живота для меня. Вы знаете, что я люблю эти вкусняшки. Вот эти вкусняшки можно пока не размораживать, потому что я так понимаю, что все вкусы вот здесь для теста есть у меня. Мы разморозим только это. Торт чизкейк ассорти. Ага, тут у нас ассорти какое-то. Ух ты. Девчонки, это вообще, это просто невероятно. Орешки тут, шоколад, еще что-то. В общем, ладно, я все прочитаю, подготовлю уже для вас, когда будем пробовать. Всего тоже по одному кусочку достану все это. Мне это надолго. Так, и еще одна большая коробка. Вот она.
Что у нас здесь? О, тут огромный торт у нас, большой. Тут у нас чизкейк с кусочками печенья Орео. Посмотрите. Ну все, я все это подготовлю, разморожу и вернусь к вам уже с красивой тарелочкой. И будем пробовать. Для вас, как всегда, пройдет мгновение, а для меня томительный час и два. Я буду ждать и слюну просто сглатывать от желания скорее все это попробовать. Итак, наша красота готова. Вот так я все выложила. Прошел уже час. Я не вытерпливаю. Я должна срочно все это дело попробовать. Вот, значит, что у нас? Первое, я попробую классический чизкейк, чтобы потом все остальные вкусы чувствовать. Попробую по кусочку ото всего. Это как будто мороженое чизкейк. Безумно тает во рту прям. Офигеть. Девочки, такой нежности я еще не пробовала никогда. А вот этот вот клубничный. Мне кажется, клубника. Боже мой. Боже мой. Господи, делали бы везде такие чизкейки, реально. Я обожаю чизкейки, но их так по-разному везде делают. Вот это вообще просто люкс. Хочу скорее фисташковый торт попробовать. Кстати, первый сюрприз, который подготовил для вас Чизкейк Ру, это скидка 40% на первую покупку с промокодом Селена Свей, который будет под видео. Скидка действует на все, кроме товаров с акцией. Промокод я оставлю под видео, действует он до 31.05. Так что, если кто-то любит так же вкусняшки, как и я, поспешите. Давайте попробуем шоколадный. Похоже, это шоколадный, да. Сейчас мы с вами по чизкейкам прошлись. Нет, еще не прошлись, еще один ореховый. Орех и карамель. Теперь пробую ореховый. Видите, какая-то красота нереальная. Праздник для сладкоежки. Пробуем. Мега. Господи, мне кажется, я осчастливлю вообще всех. Мне кажется, это отличный и подарок, и вообще, вот, это и вкуснятина, и впечатление. Дальше у нас идет тортик, нет, я его оставлю на потом. Давайте попробуем с печеньками Орео. Ой, тоже тает прям, он мягкий прям. Это невероятно, девочки. Я теперь 100% знаю, где заказывать себе на праздники вкусняшки, чтобы все гости мои остались довольны под впечатлением и потом спрашивали, где ты все это заказывала? И наконец-таки мы добрались до фисташки. Фисташковый торт. Очень необычный. Я прям такого не пробовала еще. Мне очень сложно сказать, из каких компонентов все это состоит, вот так, чтобы на вкус. Потому что оно просто целый букет всего, вкусности всякие, вот так вот мне в голову и растворяется там. И я просто чувствую мега-мега-мега класс. У меня даже слов нет, честно говоря, сказать, что тут бисквит, не бисквит. Я боюсь даже ошибиться, что здесь. Но оно все настолько нежное и тающее во рту, просто бесподобно. Сладкоежки, берегитесь. Но мне кажется, что это был бы отличный подарок. И себя порадовать, и отличный подарок для своих близких. У нас еще осталось попробовать с вами макаруны. Я уже зелененькую попробовала, просто не удержалась, пока она таяла. И вы знаете, что я в них знаю толк.
и уже нашла для себя одни вкусные. И теперь эти должны побить те, которые я знаю, да? Давайте попробуем. Ну и свежайшие. Прям ощущаются вкусы разные. Желтая. Ой, прям лимончик. Денька забрал макарунку и разбросал это все, раскрошил по моему волосатому покрывалу. Это ужасно. Так, и еще одна. Мне они все понравились. Все разные вкусы. Бывают, знаете, макароны пробуешь, а они все похожие. Короче, вообще нет отличий во вкусах. Здесь все разные, свежие, мягкие, невероятные и на уровне самых тех лучших, которые я в своей жизни пробовала. Это реально достойно. Чизкейк.ру замечательный вообще. Ваши сладюшки, я покорена. Итак, а теперь конкурс. Чизкейк.ру решил порадовать моих подписчиков и разыграть сертификат на 5000 рублей к 8 марта. Это вообще отличный подарок для моих зрителей. Условия очень просты. Я размещу свое видео в группе ВКонтакте. От вас нужно это только сделать репост с хэштегом 8 марта Чизкейк.ру. 12.03 Чизкейк.ру будет разыгрывать 5000 рублей. Победитель будет выбираться случайным образом, с помощью генератора случайных чисел. Все будет честно, все будет записано на видео. Все подробности я оставлю под видео. Читайте внимательно. И напоминаю, что первая покупка 40% на все товары без акции по моему промокоду Селена Свей. Вот такие вот подарки приготовят для нас Чизкейк.ру. И это большое спасибо, потому что это очень актуально на 8 марта. Я думаю, что, девочки, вы захотите порадовать не только себя, но и своих близких. Поэтому заглядывайте под видео, смотрите, что там есть. Огромный выбор. Супер доставка, просто настолько все организовано и невероятно вкусно. Я думаю, что вы это запомните на всю свою жизнь. Ну а всех своих подруг я жду в гости, чтобы все попробовали. Я для всех оставлю, для всех своих родственников, для всех подруг, потому что вы должны все это попробовать. Ну а с вами я прощаюсь до следующего видео. Желаю вам удачи в конкурсе и пока-пока! С наступающим!